Губернатор рассказал, в прошлом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур – около 200 тысяч тонн, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году. Станислав Воскресенский отметил, производство молока – стратегическая отрасль региона. За 5 лет построено 13 молочных комплексов, производство выросло до 130 тысяч тонн молока в год. В перспективе нарастить до 230, освоено более 30 тысяч гектаров залежных земель. В планах увеличить площади еще на 100 тысяч. Станислав Воскресенский поблагодарил главу федерального ведомства за проект «Комплексное развитие сельских территорий». В первую очередь я отмечу 100% освоение в 2023 году всех тех финансовых ресурсов, которые были выделены субъекту на мероприятия по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Это на самом деле очень позитивный факт. Своевременное доведение средств положительно влияет на достижение целевых производственных показателей. Ну и, конечно, просил бы вас, чтобы в текущем году ситуация была абсолютно такая же. Вам уже доведено почти 500 000 000 рублей, поэтому с отправкой этих средств непосредственно аграриев прошу не затягивать.